Представляете, вот в выходной работает что, 2 января и пашемся. Сегодня, 10 января, фил. А, да, сегодня не, не, не разрушаем магию. Мы на Вы самом сразу деле. Не. Легенда такая: мы бухали 10 дней, как черти. Угу. И вот сейчас с похмелья пришли записываться, потому что похмельный выпуск, а мы люди искренне делаем все как бы по-настоящему. Угу. Нет такого, на самом деле, что мы все не пили два дня и пишемся 2 января. Это все неправда. На самом деле мы страшно бухали сейчас 10 января. Слушай, ложь, если есть, то она небольшая, потому что я клянусь Богом. Я пил как за 10 дней. Типа. А, ну хорошо. Я выпил хорошо. столько, сколько сильно пьющий человек выпивает за 10 дней. Чем Рад не горжусь. Гожу. А я это сделал. Хорошо. Это новая идея фикс. Развенчать для каждого, кто меня знает лично, миф про смешивание. Типа вот любое бухло намешиваешь, бухаешь, и, и все нормально. Я Блин, согласен. Блин, это, про... да, это... это правда. Мне кажется, это просто возраст. Тебе 28. Да. Ну, это ну, типа... 28, мне кажется, я тоже так делал. А сейчас это уже что-то нет. Это, Сейчас это уже такой типа деле. лагер и, и стаут. Ой, мне будет плохо. Вот такое смешивание не приветствуется даже. На самом деле, на самом деле просто пиво зло. Вот, типа, пиво само по себе. Ты, если пьешь пиво, ты его так дохера пьешь в количестве, все однозначно что-то не так будет с ним. Правда. Не Потому работает что... принцип кота, кстати, я пытаюсь себя заставить, все равно нахер. Ты уже после третьего бокала забываешь про эту воду, к чертям собачьим. Какая вода, в смысле? А у меня просыпается еще вот такой, типа, черт-хулиган, который такой, не пей воду, нахер, на жопу это все, борьбу с похмельем и вот там чего-то себе салат постелать. Я, давай, будем глушить, мешать, чтобы этому Теме с утра поржем над ним. А у тебя Тём, есть похмелье там? Слушай, я очень, очень, очень мало, я напивался. Я за все время напился на ну, раза два, и то, наверное, вот с вами на созвонах, когда что-то просто замечал, перестал завал замечать, как пью пиво. То есть я как-то вот по чуть-чуть, по чуть-чуть... Ну, то есть у меня здесь нет больших веселых компаний. А, ну, ладно, в Стамбуле я нормально так ходил, когда с ребятами по барам, да. Пару раз возвращался пьяники. Блин, а так, так, не, не особо. Я живу здесь скучную жизнь. Я не веселюсь, я не, не тусуюсь. Я провожу, типа, моя жизнь сейчас, это с утра до вечера сидеть с ребенком и с семьей. И типа готовить есть им, ребенку, там вот, и, и, и есть, сидеть дома, смотреть мультики, укладывать спать, садиться работать, ложиться спать, просыпаться и все по-новому. И так уже несколько месяцев. Поэтому как бы и Новый год и такой. А чем Новый год будет отличаться от моих других дней? Ничем, блядь. Я также в точности посижу весь день в скукотище в страшной с ребенком, уложу я спать, спущусь, поем, выпью, лягу спать. Все. И так и было. А как дети, кстати, у вас реагируют на отсутствие снега в Новый год? Есть вопросики? Моё мои, же, вообще с ума сходят. Мои, мои, мои типа, типа, все Папа, похоже. где снег? Угу, угу. Мои на созвоне с родителями увидели, что у них снег, и разрыдали сюда. Mm. Заебались своим снегом. Я вот приеду с ними в Россию, выпущу их на улицу, и скажу, сидите, mm -hmm. блядь. Снега блядь. хотелось снега, блядь. Посмотрим. Отвез их, блядь, в тропический рай, они еще ноют. Вот так. А Теме, да, повезло, мы с ним это обсуждали, вдвоем тоже бухали. И он такой, у меня все заебись, дочь счастлива. Дочь, да, ей все по кайфу вообще. Видимо, дело в том, что мои дочери меня не любят, они типа хотят, чтобы я страдал. О чем мы вообще, о чем мы ныли на прошлом похмельном выпуске? Я вообще не помню, я пытался вспомнить, я не пойду же его пересматривать, правильно? Сидели грустные, типа, да, что там Я помню, был момент, когда мы, короче, разгоняли о том, что мы в этом году хотим поменять в себе. Серьезно? Да. Я даже помню, что я ответил. Ну-ка. Я тогда сказал, что я бы хотел стать спокойнее и меньше злиться. Вселенная такая, ни слова больше. Вселенная такая, иди нахер. Как-нибудь в следующем году. Попробуешь. Блин, это так странно, мечтать вернуться в прошлое. Типа быть прошлогодним собой, Да. Я вот как человек за этот год точно стал намного-намного хуже, чем был. Есть, типа не в ту сторону движусь. Ну Ему давай, кажется. раскрывай, что ты имеешь в виду. Uh, да, не знаю, уныние. Самое худшее, что вообще может происходить с человеком, это уныние. Это когда ты, типа, uh, ну, становишься, знаешь, радикальным пессимистом, причем независимо от того, хочешь ты это делать или нет. Как у uh -huh. тебя там... В принципе, на самом деле у тебя куча возможностей осталось, куча вариантов порадоваться, построить будущее. Но ты, короче, вот одержим этой хуйней. Ну, ну ты такой всю жизнь был на самом деле. Вот я не понимаю. Да. Но для меня это крайне естественно. Типа уныние это очень плохо. Это когда ты даже имея какие-то способы все наладить, просто в них не веришь патологически. Ну и мне кажется, я сейчас из этого вылезаю, но весь этот год я точно провел вот в таком состоянии. И это прошло. Всегда супер оптимистом был. Мне иногда кажется, что сейчас такое время, что надо это как-то более схематично что ли к жизни относиться. Сейчас объясню, что я имею в виду. Наверное, вот мне понравилось просто. Я недавно включил Дудя, что-то я на кухне крутился, готовил что-то и включил Дудя. У него был Парфенов вот во второй раз. И Дудь, короче, в свойственной себе манере такого плакатного высказывателя, мне он не очень нравится в последнее время, долгое последнее время, он такой, а вот, вот смотрите, Леонид, в прошлом выпуске я вот так высказался вот так. Это во мне имперскость говорила? Вот как вы считаете? Ему Парфенов очень классно ответил. Он говорит, когда-то Лев Толстой сказал на похожий вопрос фразу «Не живи так подробно». Вот мне очень понравилось. Это есть, мне кажется очень актуально для текущего времени. Просто можно сойти с ума, если в каждую mm -hmm. деталь пытаться погрузиться, mm -hmm. каждую деталь пытаться разрулить. Типа сейчас какое-то время внутреннего сбора такого, и вот ну как бы какая-то схематичный вектор у тебя есть, а все подробности как-то потом, как-то потом уже ну разрулишь. Знаешь, что меня прикалывает? Меня прикалывает фраза "можно сойти с ума". Mm -hmm. Она говорит о том, что типа ты еще не сошел с ума, но если ты будешь что-то делать, ты сойдешь с ума. Mm -hmm. Я не уверен, mm -hmm. что мы не сошли с ума. Yeah. Ну, yeah. я не знаю, я точно не уверен, что я не сошел с ума. У меня есть подозрение, что я немного поехал кукухой. В разных, то есть мою кукуху шатала весь год в разные стороны, в разные настроения, и. То, что происходит со мной сейчас, типа, я вообще, я с собой не дружу. Я не понимаю, что этот человек делает, что он чувствует, чего он хочет и как он будет реагировать. То есть я оказался какой-то, знаешь... Короче, я не знаю, кто я. То ли я свой мозг, то ли я свое тело просто. И как, как, который из них что, чего будет делать, я типа, не понимаю. Я не... я не понимаю своих ощущений от того, что я сейчас вообще здесь нахожусь и что я буду делать. Ну, типа, хрен знает. Вот может быть и не надо понимать. Но я не могу предсказать своих реакций на что-то вообще ничего. Те, которые реакции, которые у меня случаются, я не всегда их понимаю, почему они такие происходят. Ну и такой думаю, что можно сойти с ума. Может уже немножко ебнулись. Ну немножко это точно. имеется в виду какое-то внутреннее. Ну понятно, что это фигура речи, но это какое-то внутреннее ощущение. Это постоянный процесс. То есть понятно, что мы как бы это все влияет. Поэтому, ну, понятно, что этот год ебнул как бы по всем. По... А по кому-то вполне серьезно, и ну, по нам еще на самом деле довольно показательный, надо сказать. На самом деле сходить с ума это перечень вполне конкретных болезней, которые не связаны с тем, что ты куда-то не туда задумал чего-то. Ты типа, либо ты шизофреник, либо ты не шизофреник. Нельзя сойти с ума от того, о чем ты подумал. А еще то, что ты сейчас испытываешь, ты что, мы, ну, мы все, скорее всего, мы. Ну, просто у тебя мозг активизируется, ты чувствуешь, что ты в опасности, и ты становишься немножко другим человеком. Я так... Ну, по сути, всю армию прожил вообще вот год этот прожил другой Фил. Типа с другими ощущениями, с другими взглядами на жизнь, с другой манерой поведения, потому что я такой всегда активизированный был. Это не схождение с ума, это в принципе естественно. Но, Но неприятно. Слушай, я к тому, что вот нанесены некоторые травмы, угу. которые... Не, я боюсь, что они не пройдут. Так... Например, мне вот стало прямо очень на меня повлияло на то, как я говорю, э, вот переезд. Случай, когда тебя утащили мусора, когда mm -hmm. мне самому там звонили мошенники, представляясь мусорами, что у меня заведена уголовка, и я пересрался, когда тебя утащили, ты написал, что меня тащат к мусорам, и вся эта фигня. И вот этот весь жесткий месяц от запуска медиа до наших разъездов, мне кажется, травмировал меня просто нахер на всю жизнь. То есть я не думал, что я оправлюсь. Я не думаю, что я когда даже если наступят сверхсвободные хорошие времена, сев за какой-нибудь текст публичный писать, я не думаю, что из меня теперь выйдет страх вообще. Я не думаю, что я когда-либо вообще смогу делать что-то свободно, так, как я думаю и хочу это делать а -а -а. после а -а -а. этого всего. Как, -то, как Майор Пейн, помните Майор Пейн, смешной мультик? Ой, фильм. нет, нет не помню комедия была, ну вот там этот майор Пейн такой учил детей в этом военном лагере, и он был долбоеб абсолютный, и, на, и это было очень смешно, так как он, знаешь, там, например, он мечтает о идиллической жизни, он влюбился в учительницу и его типа, представляет, как бы они жили вместе, и вот там звели ребеночка, и на заднем дворе жарили барбекю и там, короче, из кустов начинают вылезать вьетнамцы. И он типа начинает по ним всем стрелять, такой, и, типа, всех нахуй убивает, и жена там бросается ему в Такой, какой ты молодец, как ты всех убил. Он такой, да, типа. И это было супер смешно. А сейчас такой думаешь, блядь, так он же. Ну, типа, он даже помечтать о, о семье нормально не может, потому что ему везде лезут вьетнамцы в голову, которые хотят его убить. Он давно mm -hmm. живет уже в мире. Давно живет в мире, в Америке там и все хорошо. Лезут во, во всех мечтах снах. Не может себе позволить ничего хорошего, даже голову пустить. А что, у Америки больше нет врагов? Ты их всех убил, пейн. Он говорит: Пейн, я ног не чувствую, я ему буба. У тебя их нет. Классно. Уже тоже пейн, это же тоже было очень смешно, где он мальчику на ночь рассказывал сказку о том, как у него паровозику оторвало ноги нахуй. И ты такой, смешно, а сейчас понимаешь, блядь, это же страшно травмированный человек, это же трагедия прямо. Прикинь, сколько таких травмированных людей будет. Угу. А сейчас наша партнерская рубрика Ид Тинькофф» и классное объявление, о котором мы говорили до Нового года. 23 января, 18.30, в Москве в парке Горького Тиньков проводит первый IT-фестиваль на коньках. Вся it синтехтусовка тусовка соберется покататься на ледовом катке. И круто провести время. Будет неформальное общение и нетворкинг для разработчиков, аналитиков, дизайнеров, продуктов, деврелов и всего IT. Вход бесплатный. С собой можно привести двух друзей, можно привести детей. На льду будет квест, будет детская зона, в теплом шатре пройдут профессиональные дискуссии и выступления, согревающие напитки, фудкорт, ну и сами коньки, все бесплатно. Регистрируйтесь скорее по ссылке в описании и приходите. А теперь наш разговор с Дмитрием Гадарем, специалистом по информационной безопасности, которому, как мне кажется, сообщество прислало самые лучшие вопросы. Ну, расскажи немного про, как тебе Финьков работает этим. над этим. Все в Тинькофф работает прекрасно, потому что это э, такая, скорее, IT-компания. Я до этого работал э, в разных компаниях, мне довелось поработать и в РАО ЕС, в таком госорганизации, мне довелось поработать в различных банках, э, в, британских бан... в британском банке, в американском банке и в российском банке. И на самом деле в Тинькофф что-то, наверное, такое средняя между зарубежными банками и IT-компанией, когда все двигается достаточно быстро, люди нацелены на результат, и меня это сильно мотивирует к тому, uh -huh. чтобы не разговаривать, а делать. И здесь ä, ä, вот это, наверное, зажигает. Плюс ä, очень молодой коллектив: ä, ребята все молодые, подвижные, ä, куча идей, ä, куча энергии. Uh -huh. И в этом работать в 10 раз приятнее. И, не знаю, это мое место однозначно, мне это прям нравится. Мы кинули клич в сообщество и попросили их, во-первых, написать, что они думают про инфобезных специалистов по информационной безопасности, и позадавать О -о -о. вопросы. Да. То, что да. они там написали, да. Я тебе просто кратко прорезюмирую то, что они написали, чтобы тут нам не запикивать на записи. Вот. Ну, это такие, знаешь, по их представлению: таинственные чуваки в капюшоне которым можно все что угодно взламывать. могу надеть костюм, но... да, но которые на работе строят костыли через, которые всем приходится пробиваться и мешают работать. Это огромнейший миф, с которым мне приходится очень много работать над этим, показывать людям, что мы способны принести пользу и мы за то, чтобы делать бизнес совместно. Наверное, 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 доля правды. В словах ребят есть, потому что зачастую люди сталкиваются с такой... У нас есть внутри информационной безопасности деление на классических безопасников, или бумажных безопасников их называют, и новые безопасники, такие 2.0. Вот безопасники 2.0 — это люди, которые работают в IT-компаниях, в быстро развивающихся банках, в таких подвижных организациях. Ну, раз, конечно, есть в разных банках тоже. Ну, то есть я знаю ребята, которые очень классные и которые не, не старые безопасники. Связано это с тем, что исторически, я думаю, что в основном безопасники приходили из специальных подразделений из спецслужб, и они mm -hmm. достаточно такие военные ребята, которые вот есть регламент, значит, сюда ходи. Да, значит не ходи, снег в башка попадет, э, дохлый будешь. А э, мы все-таки, как э, я всю всю жизнь развивался в области айти больше. И я вообще по образованию математик, криптограф. Ну то есть я занимался, mm -hmm. конечно, криптоанализом, взломом э, шифров математическим. То есть нет, спрашивали, участвовали я в бакбаунте. Нас э, обычно криптографов так не очень берут бакбаунти, потому что что там что там делать? Взлом криптографии интересен сильно узкому как бы, кругу людей. И вот получилась такая история, что да, действительно остались еще люди, которые такие прям формации просто беспрекословного соблюдения бумаг и uh -huh. без оценки действительных рисков, без погружения в бизнес-процессы. И мы стараемся как раз действительно много, очень много времени уделяем культуре безопасности. Проводим вот у нас есть внутреннее мероприятие такая кухня на весь банк, на котором мы рассказывали, как обезопасить себя, как не стать жертвой мошенников, как обезопасить свои социальные сети, mm -hmm. почему нужно защищать свой iCloud и там Gmail почту. Это все приближает людей к нам и показывает, что мы не те люди, которые вставляют палки в колеса, а которые готовы помочь и готовы двигаться вместе с бизнесом. И mm -hmm. на самом деле в Тинькофф эта культура, а, вот я здесь достаточно давно работаю, изначально, наверное, действительно была такая культура, когда, а, ну и боялись приходить, и, да и зачем это надо, сейчас начнут там просто какие-то регламенты требовать. Сейчас мы, у нас поток, поток просто людей, которые просят им помочь сделать безопасный продукт по дизайну, mm -hmm. понимая, понимая, что... Безопасность, она э, все-таки является одним из э, ключевых преимуществ продукта. И если mm -hmm. его сделать сразу безопасным, то не нужно потом пытаться как-то накостылять или что-то сделать по-другому, чтобы продукт хоть как-то выглядел э, более-менее приличный, при этом все равно идти с каким-то риском. Первый тоже с предвзятости рожденный э, звучит так. Когда перестанут придумываться различные костыли, чтобы закрывать дыры в безопасности? А я бы, наверное, ответил никогда. Я поясню. В чем, ну, то есть, я не знаю, вопрос ли это про уязвимости, но есть продукт какой-то, любой абсолютно, операционная система, приложение третьей стороны. Со временем, если ничего с ним не делать, то есть исследователи, которые его исследуют. Они находят различные уязвимости в этом продукте уязвимости могут быть связаны в том числе там, с изменением окружения не знаю, этого продукта. То есть есть объективные причины, почему они возникают. И а, все вынуждены устранять эти уязвимости, а закрываются они пачами. Ну, то есть должны ставить, есть процесс патч-менеджмента, который устраняет эти уязвимости. И поэтому, а, в общем-то, а, если с этой стороны рассматривать, то, наверное, уязвимости будут всегда. Есть еще один нюанс, что действительно вот то, что я как раз до этого говорил, есть концепция security by design. Это когда продукт создается безопасным по дизайну и не требует костылей на выходе. Mm -hmm. То есть когда мы сразу имплементируем что-то, какие-то механики в продукт. Такие, которые позволяют нам а, либо меньше защищать, либо вообще не защищать продукт. Я не знаю, но ну, есть какой-нибудь там рекламный сайтик, который у него нет никаких интеграций. Ну, зачем ему приземлять во внутреннюю условную инфраструктуру там, организации, защищать, накладывать. Ну, вот по дизайну его там, в облаке опубликовать где-то. Ну, сломают его и сломают, пере, 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 переинсталлировать его заново, и все. Это вот должен быть такой баланс риска, разговор а, с бизнесом и создание некоторых вещей безопасных по дизайну другой очевидный пример приведу вот по дизайну мне она очень нравится вот в основном как происходит ну реально как происходит приходит бизнес говорит слушайте мне нужно вот этот продукт сделать для этого продукта я буду трансферить данные клиентские вот в эти там пять компаний храниться они будут вот здесь там ну то есть и рассказывает какой-то процесс workflow вокруг него что делают обычно безопасники ну давай, погнали. 152 закон, значит, шифрование каналов, защита там баз данных, ограниченный доступ и так далее. Что должны делать безопасники, когда бизнес приходит вот на первом самом шаге, когда еще ничего не сделано? Безопасники должны сказать, слушай, убери оттуда, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, мобильный телефон, там, не знаю, номер паспорта. Эти данные станут неперсональными данными, и можешь там обрабатывать их, в принципе, как хочешь. Ну, понимаете разницу, да? То есть, в первом случае uh -huh. нужно uh -huh. накладывать, там упарываться, защищать. А хороший безопасник, на мой взгляд, он должен быть ленивым безопасником. То есть он должен в первую очередь посмотреть, как сделать так, чтобы защищать не нужно было. Ну, то есть, либо защищать это нужно было прям по минимуму. И чтобы взлом какого-то компонента системы не приводил к компрометации условно всей системы. Ну и так uh -huh. далее, и так далее. С разработкой то же самое. Ну, то есть, когда э, плохая практика, когда внедряют какое-нибудь средство безопасности, какой-нибудь сканер, и вот разработчики написали там, не знаю, 10 тысяч строк кода, прогоняют через сканер, бла, там уязвимости, вот какое это удивление вызывает. Но, то есть, так не надо делать. Нужно есть даже целое понятие shift left security, когда э, безопасность сдвигается сильно влево к разработке. И вот а, а, есть уже инструменты, где ну, вот мы, по крайней мере, встроены уже достаточно глубоко в пайплайны и подсвечиваем а, разработчикам а, на ранних этапах а, уязвимости и можем их поправить до того, как они там обросли логикой или сильно интегрировались там в код или ушли там, не дай бог, в какую-нибудь ветку кода, которая боевая. И а, здесь идеальным вообще... В, встраиваться в SDK разработки и чтобы когда разработчик пишет код только пишет его сразу какие-то подсвечивалки говорили что кажется здесь может быть какая-то ошибка при этом мы говорим не только про вот по дизайну и про культуру можно же шире говорить ну то есть у нас есть в Тинькофф дневники хакера где мы рассылаем уязвимости которые были найдены которые часто встречаются у нас есть программы а, обучения, интересные, действительно интересные программы, где мы при, приглашаем топовых экспертов с рынка, зовем разрабов и говорим, слушайте, послушайте вот а, архитекторов, послушайте, с чем они сталкивались. но Это вызывает большой интерес у, у архитекторов кода, да, как, а, ну, с чем люди сталкиваются, как с этим работают. А, мы запускали программу Security Чемпионы, да, то есть когда есть выделенные люди в командах, огромное количество команд, там есть люди, которые заинтересованы в безопасности, мы их обучаем, мы вкладываемся в это финансово, мы вкладываемся в это, вкладываем в эту энергию свою и приглашаем компании, которые обучают, чтобы развивать эту культуру. Помимо этого у нас, я могу бесконечно рассказывать, у нас есть внутренняя баг-баунти программа. То есть когда любой человек вообще в организации может поискать уязвимости там в чужих продуктах, принести и получить за это деньги, призы, там внутренние баллы, там есть целая система мотивации. Помимо внешних программ Багбаунти есть внутренние. И они, и они очень хорошо работают на самом деле. Ну, то есть они мотивируют людей делать и код безопаснее и, и так далее. Целые есть месяцы багов. Ну, то есть вот недавно проходил Months of Bugs, только закончился, когда весь банк ищет уязвимости любые в чужих продуктах, получают за это ну, хорошие призы, типа макбуков, айфонов, там, ну, разные призы. Вот. И это про культуру. Как взломать рекламу от Марко Робби? А, отправить ему фишинговое письмо, он сам все отдаст. <свят> <свят> Если бы тебя не было, рухнула бы мировая система от уязвимости и лазеек? Обязательно, сразу же. <свят> <свят> вообще не знаю, как без меня я вообще все это жило раньше, <свят> когда я безопасности не, <свят> не занимался. Так, так, еще более странный вопрос. Как найти ту самую тетку в Одноклассниках по просьбе мамы? Uh, по IP. Вычислить ее по IP. Кстати, есть такой uh, интересный кейс, который uh, такой из баек безопасников, когда uh, 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 Израиль атаковали uh, хакеры, они mm -hmm. их вычислили вычислили, где они находятся, местоположение, и сделали туда ракетный удар. Это вот тот случай, когда нашли по IP-шнику и надавали лищей. <önemli> <art��> <ключен> Ладно. И последний вопрос: насколько часто сотрудники смотрят порно, забыв выключить VPN? Слушайте, это, кстати, хорошее заблуждение. Мы не смотрим порно, которое смотрят сотрудники. Это немножко не так работает, у нас нету. Я причем пытался много раз объяснить, что вот представьте, ребят, у вас там 65 тысяч сотрудников а нас там вот кто занимается контролем именно там поведенческим анализом ну четыре человека вот просто представьте себе, как эти четыре человека могут смотреть за 65 тысячами. Нет, там сделаны модели, которые обнаруживают там нетр... неправильное поведение, отклонение от себя в прошлом, ну, то есть, и так далее, и так далее. Ну, то есть, если вы смотрели там порно, ну, смотрите дальше. <с> Никто не будет за вами подглядывать. <с> все в порядке. <с> да. <с> <с> Ладно, все, можно, можете быть спокойными, ребят. Не, не, не переживайте. <с> да. Расскажи нам, как Иван, наверное, тотил. Mm -hmm. А знаешь, что лучше расскажи? Mm -hmm. Давай, ты сейчас гость. Все это время был. Вот это твое ощущение, что тебе почему-то хочется вариться вот в этом контексте, что ты типа без него, что музыку не будешь делать. Ну, короче, ты что-то все время говорил, почему ты не хочешь уехать. Потому что тебе типа важно, что происходит вокруг, и тебе важно в этом быть внутри. Почему? так мне вот это? Да. А... Я, не, я, не, я не очень понимаю, чего ты там ищешь, чего ты там такое чувствуешь, чего тебе вот важно. Наверное, все-таки в людях это кроется. Мне кажется, я не столько ищу чего-то, сколько боюсь чего-то потерять. И, наверное, это люди. Ну, какое-то вот ощущение комьюнити. Пусть оно разъехалось, mm -hmm. там <кх> многие уехали, но по опыту уехавших моих друзей-музыкантов, это как бы то, что сейчас с ними происходит. Это какой-то затянувшийся отпуск, который в их случае уж точно никогда не перейдет в какой-то такое большое, осмысленную профессиональную деятельность, где бы то ни mm -hmm. было, там, в Белграде, в Ереване, в Белисе. То есть это какое-то пережидание, и как бы там не было никогда сцены но по факту. То есть, не, не, вот, условно, возьмем там три больших пункта, куда люди уезжают. Ереван, Белиси, Белград. Ну, вот, мои знакомые. И ни там, ни там, ни там не было никогда в последние, вот, последние лет там 30, да вообще никогда, в принципе, не было как бы музыкально, музыкальной активности настолько клевой и полной, э, как в Москве. В Москве она ну, до сих пор есть. То есть, ну, потому что люди есть. Там проводятся концерты, люди на них ходят, люди под другие на них ходят, как-то по-другому переваривают этот контекст весь. То есть как-то держатся вместе, что-то пытаются вместе работать. И меня почему-то вдохновляет вот эта идея о том, что при том, что я люблю свободу передвижения, и, пожалуй, единственная вещь, которая меня пугает, э, когда я решаю оставаться здесь, это невозможность уехать, просто физическая, да, запреты на это или, угу. или, или какие-то такие штуки. Наверное, единственное, что меня пугает. А в, в другом меня очень вдохновляет идея о том, чтобы вот на этой выжженной земле продолжать работать. Мне нравится эта мысль. <coughs> Мне нравится, я в этой мысли себе нравлюсь. Мне нравится, и кажется, я могу что-то в этом сделать. И как будто бы mm -hmm. освобождается пространство, наоборот, многие уехали, освобождается пространство для того, чтобы я сейчас сделал какой-то шаг вперед, что-то типа как-то на большую аудиторию вышел, что-то где-то поработал с людьми. В плане, ну, свои какие-то мысли, идеи. Ну, вот. И мне кажется, что если я уеду, я этого лишусь просто сразу же. И типа, превращусь в ожидальщика, как у светлого будущего сразу же. Uh -huh. Ну, то есть я уверен, что я не готов, например, там <coughs> где-то в другом городе выстраивать какое-то большое комьюнити музыкальное. Потому что, мне кажется, это как, знаете, как в этом у маркетологов есть же такая штука, что типа ты никогда не станешь крутым маркетологом за рубежом, потому что ты, ну, должен быть супер в контексте, типа шуток, угу. короче, того, как общество устроено, вот этого всего. И мне кажется, в музыке это тоже так, по крайней мере, в той, которую я делаю. Наверное, есть какая-то космополитичная больше музыка, которой пофиг. Да, тебе нет. концерты при именно нужны. М? Тебе именно концерты нужны. Ну, конечно, все равно для меня это важно. Мне это нравится. Uh -huh. Мне нравится это соприкосновение какое-то. То есть это для меня какой-то mm. выход на и общение непосредственно тесное. Ну и потом коллаборации, например, там условно какие-то. Понятно, что они могут и там быть, но, как будто бы я, например, в ту сторону, в которую я хочу двигаться с музыкой, я не буду морального права иметь двигаться, если я уеду. Ну то есть какое там uh -huh. переваривание российского быта, если я живу не в России? Ну типа при чем? Вот, вот пользу? переваривание российского быта типа того. Я, я послушал ваш последний альбом, uh -huh. очередь. Uh -huh. Ну это это да, это переваривание российского быта. Я подумал, может быть, вот ты вот это имеешь в виду, что ну а где ты еще будешь писать про там, ебучее стояние в очереди в МФЦ? Альбом ну, -то, целый, типа конечно. такой. Да. И как, как ты еще напишешь песню про блин, разделительную полоску на стене между синей краской и побелкой? Это, кстати, опасная штука, потому что я из-за этого на работу хочу вернуться. Типа есть вот эта штука, что если твое творчество связано с каким-то контекстом, если ты не в нем, твое творчество, в пизду, ты делаешь какую-то хуйню. Ну, а еще прикольно насчет концертов и всего вот этого, русские, которые, россияне, которые уезжают куда-то, они не таргетятся в местных. Они конечно. Кусочек Москвы уехал в Тбилиси, вот они своим кусочком Москвы живут. Ну да, экспатские тусовки небольшие там mm -hmm. есть, конечно, все это есть. И тем правильно говорит, когда вот апеллирует к тому, что я типа не смогу высказываться. Так вот, глубоко и так, короче, анализировать это, если я буду там. Но это будет неправда просто. Это какая -то, ну, либо это будет какая-то вечная ностальгия, какое-то воспоминание, представление о чем-то. А так вот я сегодня вышел из дома, чуть не ебнулся, облет и такой, ну блять. В целом вот дом. Не, ну, слушай, оно же, если бы ты поехал, оно бы изменилось на переосмысление экспатского быта вместо российского, условно говоря. Возможно, тогда, что... возможно. Да. Но я не исключаю, ты, что ты, я ты так хорошо Я прячусь за про... этим. Я не исключаю, что я прячусь за этой идеей. Я пока не понял себя, может, еще до конца. Может, это просто я себе так объясняю решение. Может быть, я. Uh -huh, может uh -huh. быть, мне просто типа дохуя комфортно. Ну, как бы я у я себя вокруг себя жизнь выстроил. У нас она вроде бы там, ну там, в плане подкастов в бытовом смысле тоже все хорошо работает. И я такой, типа, а ч, Ну, зачем мне этот стресс? Типа, возможно, это я просто прячусь от него, от вот этого, от этого всего. Mm -hmm. И не, не, не возникает обстоятельств, которые бы меня пнули вот так, как пнули тебя, Фил, например. Mm -hmm. Mm -hmm. Или Тему, когда он просто оказался перед мгновенным выбором типа, возвращаться или нет, потому что он же тоже mm -hmm. уезжал, как бы. Не Блин, с это самая планами. жуткая штука, ребята, смотреть вот на чуваков было в мобилизацию. А я таких дохера, которые, значит, не как я решали уехать, а которые решали не возвращаться. Это, типа, ну, намного сложнее решение, на самом деле. Мне, класс, я стал... бы, мне кажется, оно проще намного было. Ну, типа, я вот думал, что как хорошо, что я здесь оказался. И я могу думать о нем здесь, если бы я был там. Я принимал mm -hmm. это решение. Я бы, скорее всего, и не уехал. Я бы там шкерился просто сейчас. Кого, вот, не знаю, мне одноклассник пишет: он 8 повесток пришло, сижу, гашу из дома. Mm -hmm. Такой, блядь, ну вот так бы сейчас сидел, гасился бы тоже. тебя бы вряд ли забрали Ну, а я-то не нервный, я понимаешь, я не могу спокойно типа как-то переживать, а! Пронесет. Я бы ходил постоянно, мне бы снились в менты, у меня в дверь. У тебя он прикольно, реально вышло, он правильно говорит, потому что, как бы, такая история, что как будто тебе, знаешь, но вс ну, все равно, что если бы его, например, э усыпили снотворным, увезли в Турцию, он бы там проснулся и такой, бля, все, я здесь. Типа, не надо предпринимать жестких решений, сидеть uh -huh, там uh -huh. с семьей, думать, что вот собирать вещи, смотреть на ту закрывающуюся дверь дома, которую ты такой, типа, а когда я еще ее открою? Типа, вот это вся фигня. Uh -huh. Она как бы вычлась из уравнений. В этом смысле он прав, что проще, мне кажется. Возможно, мне в каком-то смысле было бы тоже так проще. Но просто вот так пока складываются обстоятельства. Я пока не знаю. Мне очень интересно было бы декодировать это в себе. Вот вы клевую штуку запустили. Я и сам об этом думаю, но классная тема для разговора, классный вопрос, потому что я могу сколько угодно вот эту браваду разводить про, типа, то, что мне надо из-за творческих целей здесь оставаться. Но как она на самом деле внутри, я точно не знаю. Я помню, что когда я это переживал, я себе свои решения объяснить не мог. Типа еще даже до того, как дело завели, я в какой-то момент такой, о, поеду. Типа решил, что, ну, поеду. И мгновенно стало супер легко. А потом просыпаешься, условно, там, ночь переждал, и такой, блядь, не хочу ехать. И типа, ну, то есть... Это как, знаете, когда тебе нравятся две девушки, завести себе список плюсов и минусов каждой из них, чтобы понять, какую выбрать. Ну, это типа так не работает. Это полная хуйня, вот эти вот какие-то рациональные причины. А, и в итоге ты просто ждешь, пока тебя что-то напугает или не напугает. Вот все. вот эти, кто, как ты сказал, про экспатов, типа пережидальщики, они, да, и ты, типа, тоже. И, короче, вот все, кто хоть как-то в эту ебучую войну втянут, каким-то образом. Мы все пережидали, сидим и ждем. И те, кто остались, те, кто уехал, и те, кто на время уехал, и те, кто даже решил уехать навсегда, они все сидят и ждут. Но мне все время было интересно как бы вот этот майндсет, что, типа, ведь, ну, люди уезжали, конечно, и до войны, и до, mm -hmm. там, ковида, и до... особенно, например, айтишники, да? там, разрабы, это было окей. Okay. Mm -hmm. Или был наоборот, типа, частью какой-то культуры и частью карьеры взять в один момент, ну, уехать в Европу или в Штаты. И для меня это всегда все равно было, вот с тех пор, как я начал заниматься как-то более плотно музыкой, каким-то творчеством, и крутиться вот в этом всем, вариться в этой тусовке, впрочем мне это сразу стало странно как-то и восприниматься идеей взять и уехать, потому что, ну, вот я смотрю на ребят разрабов, они такие, да, а что, ну, в принципе, ну, вот как бы есть офер, типа, поеду там, не знаю, в Нидерланды, например, просто жена, типа, просто работа, просто дом. Uh -huh. И я что-то не могу себе представить, ну, вот, а что я буду делать? Ну, то есть, как бы, ну, окей, я, наверное, буду так, открою комп, там, поделаю музыку, какую-нибудь песню запишу, но, блин, у меня столько всего из жизни сразу а, а, убавится, uh -huh. типа, тут, как бы... Столько активности отрежется, если я, например, перестану здесь, ну, жить, условно говоря. Mm -hmm. Я не говорю о том, что у меня нет идеи, например, уехать куда-то и пожить там полгода. Ну, то есть, возможно, это, это стоит сделать, и, и, наверное, это произойдет когда-то, но как бы... Типа, вот собраться с мыслями о том, что я уезжаю и вообще не, не буду возвращаться там в ближайшие несколько лет, это как-то меня вообще сильно пугает, mm -hmm. в том смысле, что я чувствую, что я пойду на какие-то совершенно жертвы страшные, связанные с тем, как изменится моя жизнь. Ну, mm -hmm. no. э это работает, оказываешь, когда ты оказываешься, вот уже здесь. Я, может быть, это часть моего вот этого сумасшествия, которое меня сейчас пугает, которое я принимаю за сумасшествие, что. От меня все отрезано, то, что у меня было. Я этого не чувствую. То есть я не чувствую ностальгии, я не скучаю по дому. Э -э страшную вещь скажу, что я не, не то, чтобы прямо сверх сильно скучаю по многим людям. Mm -hmm. Ну, типа, да, мне иногда хочется с вами побухать, но, типа, да, блять, и хуй с вами. Я какой-то, понимаешь? Прямо бесчувственный робот вообще. Я такой, ну, ну, нельзя же так. Ну, люди должны чувствовать кучу сентиментальных вещей. Uh -huh. А я какой-то, знаешь, вот просто ходячее тело, которым в принципе, оказалось, что ему вообще ничего не надо. Не, ну у тебя это, в принципе, в такой, жизни до да... отъезда было, были похожие эпизоды. Ты иногда мог пропасть там куда-то. И mm. типа, это было так. Вот. Просто uh -huh. штука в том, что если вот представьте вам, если бы ты сейчас, например, не... Mm, ну вот у тебя было бы в жизни, кроме того, что у тебя сейчас есть, еще, скажем, например, работа шоу на какой-нибудь какой-нибудь съемочной группе на какой-нибудь платформе в Москве, uh -huh. которая снимает сериал. Вот это да, был бы немножко было другой расклад. Другой расклад. Uh -huh. То есть, тебе надо было это убрать вообще из жизни. Ты все, ты отрезаешь этот кусок. Uh -huh. Вот я о чем. Это вообще, да, другое. А потом, чем у отрезать тебя. Отрезать всегда... от себя занятия, я бы не смог. Вот это вот. вы правильно говорите. То есть оказалось, что отрезать вещи и связи с людьми мне проще, чем отрезать мое собственное занятие от себя. Вот. И мне повезло, что я приехал с подкастом. Потому что единственное, что меня здесь вгоняет в полную тоску, депрессию, панику и прочее, это когда что-то не так с работой идет. Вот, например, там мы с тобой, Фил, не смогли записать сладым выпуск. Так я, блядь, угу. чуть не сдох от ужаса. Просто я ходил абсолютно не читая. Вот это что во мне пробудило плохие эмоции. Не получилось записать подкаст. Угу. Потом, при, а что-то вообще скучаю, этому особо... Значение, вот видишь, не придал а тебе. для меня это был конец света, а вот типа дом, ну дом хуй с ним, что там, у меня штаны остались, блядь. штаны бы сейчас не помешали, вот такое, понимаешь. Ты, кстати, насчет друзей всегда поражался тому, как ты с ними обращаешься, условно у тебя там были какие-то очень хорошие друзья из прошлого, и ты им тупо не писал. Да, я скотина вообще в плане. у меня типа в голове счетчик всегда. Вот да. этому Братану не писал месяц, а. вот этому две недели. Да. С, -с, С этим уже совсем давно не общались. Надо типа восстановить отношения. А и вот я делаешь. такой, знаешь, иногда обижаюсь на людей, которые мне это предъявляют: типа, хули ты не звонишь, не пишешь, и ничего такое, хули ты мне не звонишь? А внутри я прекрасно понимаю, почему они обижаются. Я реально. Я тот человек, которому, в принципе, довольно сильно на людей насрать. Угу. даже на очень близких. это ужасно, конечно. Ужасно я это говорю, потому что я должен это говорить. На самом деле, этого не чувствую. Вот. поэтому мне оказалось здесь легко. На самом деле, это вы все неправильные пидоры, да? Я нормально. нет, у меня вообще нет неправильных Я Просто вот у меня, я не чувствую от этого какого-то, знаешь, прям большой потери, потерь связи с людьми. И с вещами. И с местами. Ну, Честно говоря, я тоже не то, чтобы сильно чувствую. Я чувствую очень из-за родителей. Но не из-за того, что мы не видимся, а из-за того, что я из-за них переживаю, скорее. Вот такая штука ну вот есть. переживать, да, переживать, это конечно переживает, что не за маме там не звонил. Я, вот типа, могу, например, месяц не звонить родителям, не писать. А потом через месяц у меня начинается такой, блядь, что-то не писал. И они тоже ничего не писали. О, боже мой, и такая значит, паника сразу. Блядь, а что это? случилось, что но это но это типа так много времени должно пройти, чтобы у меня что-то там щелкнуло слушай, Тёма, а когда тогда вот был э, момент, о котором ты тоже много говорил в подкасте, что типа ну вот когда ты возвращался из Москвы в Иваново, и у тебя был такой такой майнсет, что вот прикольно бы заземлиться типа дом это ты думаешь просто на контрасте с накопленными годами с китальства ты так думал или это ты примерял вообще на себя не свое Тогда вот как ты так сейчас чувствуешь что-то по этому поводу? <связывающий> это, наверное, было просто не то, что я думал. Ну, Вот, типа, вот это заземлиться. Это... Короче, я вот то, что ощущение, которое однажды мне в жизни пришло, это то, что мне от жизни на самом деле вообще ничего не надо, а мне надо сесть в пещеру, абсолютно закрытую в которой будет только доступ к моему какому-то занятию, и меня все оставят нахуй в покое, вот это для меня идеальное состояние, к которому я буду всю жизнь стремиться, и которое я так никогда не достигну. И вот типа я его в разных формах ищу. Но я навешен, на меня навешена куча социальных вещей, вот типа дружбы, семьи, прочее, прочее, что, блядь, ужасная вещь, но я понимаю, что мне этого ничего как бы искренне в душе, возможно, и не надо, но я уже и без этого и не могу, потому что как бы, ну, тоже как-то все сформировано. Но вот это мое идеальное состояние, где я абсолютно одинок, абсолютно сижу в пещере, абсолютно изолирован, и абсолютно никак не участвую ни в чьей жизни, и ни в жизни мира, и ни в жизни ничего. Вот это мой, короче, я какой-то, блядь, знаешь, идеальный буддистский дзен. Я, мне, наверное, блядь, я, наверное, блядь, в 50 буддистом стану, я вот так думаю. Я прямо так бы ебнутым буддистом стану, а в 80, блядь, закопаю себя в яму живого. Типа, знаешь, и меня там откопают через 200 лет, а я, блядь, не тронутый. Сценарий пишу. Я, короче, это мне всегда что-то ёкает, когда мы сейчас говорим через 50 лет, там, типа, через 30 лет. Через 20. Я типа не могу думать, все в 50 лет это не доживу по-любому. Было бы прикольно, если бы Тёма сейчас сказал, вот что мне нравится, идеальный мир, зима, все снегом занесено, одинокий отель, печатная машинка, я сижу спокойно, пишу книгу, а потом с топором бегаешь по комнатам за людьми. Так хотел бы сейчас мечтать о чем-то выполнимом. Ну, типа, вот это, знаете, представление о твоей идеальной жизни. Вот, например, твоя чем в принципе, это выполнимо. В принципе, да. Тебе достаточно много хороших и близких людей надо послать нахуй, но в целом это можно сделать. Да, это вот все, что мне нужно сделать, это послать много близких людей нахуй. Но это невозможно. Да. Да, когда ты мечтаешь о чем-то, что типа даже в теории невозможно, и что тебя безумно ебет и ни о чем другом мечтать не можешь, еще хуже, короче. Так что наслаждайся. <laughs> ну, как знаешь, шутка про пауков, что типа пауков так много, что в какой бы точке земного шара ты ни находился, ты будешь типа максимум в трех метрах от одного из них, что всегда минимум в трех, ну, в трех метрах от тебя есть обязательно один паук. Я куда бы нас ты ни съезжал. Пауки все, они же не опасные. Только Сам если страна, не в Таиланде, как... наверное. <laughs> нет, а нет, короче, нет насекомых, которые убивают. По крайней мере, mm. мгновенно. Ну, типа, от насекомых <laughs> умирает, знаешь, два человека в год, которые, типа, забиты хуй и не пошли в больницу. Такая штука. А <laughs> что расскажи, были ли Но... тебе там какие-то встречи с всякими приколдесными существами, кроме этого да. удава <laughs> на дороге? А, этот варан был. Вот такой такое дворанище, куча всяких насекомых, постоянно всякие, знаете, ящерицы, черви и прочее, вот эта вот мразь просто в дом залетает. У меня дети их уже больше не боятся, они хуячат. У меня до этого вилла была у озера, вот там была пизда. Мы, короче, сняли виллу с большим садом, и мы поняли, в чем подвох. Садом пользоваться нельзя, там змей. Жесть. Ну нахер. Слушай, от змей в год тоже очень мало людей умирает, как и от самолетов. Начни уже верить в статистику. Да, ты думаешь, я такой, типа, ой, опасно, не пойду, потому что меня укусит, и это будет опасно. Так-то на самом деле мне не страшно, я бы среди этих змей бегал просто вообще с зайчиком прыгал. Так и бегай. Не собираюсь я бегать среди змей зайчиков, потому что они противные ебать. Просто невероятно. Да змеи нормальные, Не, нахер надо, фу насекомые, змеи, всякие твари, которые не представляют угрозы для меня. Компанию тоже, знаешь, мне не нравится, когда они меня составляют. Я, не знаю, видовый расист, давай так назовем. Их. У меня есть предрассудки к некоторым видам живых организмов на этой планете. Я помню, короче, когда мы были с Настей в Лос-Анджелесе, мы пошли в холмы. Там какой-то был трекинговый путь такой в эти холмы. Угу. Короче, мы подходим ко входу в такой, ну, условный пьяный Было бы круто, но нет. Короче, какой-то условный типа парк такой, ну, он в холмах находится. И там такой дорожный знак, он выглядит как дорожный знак, и на нем написано: просто: типа: Beware, rattlesnakes. Ну, типа, осторожнее, гремучие змеи. И мы такие смотрим на него и думаем, идти, не идти. И тут бежит бабушка такая, ну, она бегом занималась в этих холмах, бабушка там лет 70 такая. Такая, о, чё, ребят, боитесь гремучих змеев? Такие, ну да, антка. ну они там есть. Да, змеи же не нападают, если на них не наступать. Ну, типа, все нормально. <решит> на самом деле, да. Э, ну вот, э, здесь бояться змеи бессмысленно, если ты, например, бухой в мясо и ездишь на байке. Вот я езжу, я типа не от змеи умру. <решит> <фот> вот так. Я умру от того, что я разъебался. И вот это по статистике, да, действительно опасно. А? от змеи, снова быть счастливчиком, это как типа шанс, что у тебя метеорит упадет, вот примерно такой же. <решит> <решит> То есть он есть ну вообще нет. есть, а есть же этот чел на которого упал вот такой вот метеорит когда он был на яхте своей. и убил его блядь. вот кстати думаю, что если умереть такой смертью, вообще не обидно вот типа какой-то максимально редкой долбоебской смерти умереть или тот а, чел, который думаешь, плавал вообще в море обидно умирать какой-то смертью? ну да, да, вот <laughs> разъебаться на тачке обидно, ты хуевая смерть и сидишь такой на облаке, блядь, да нет, ну типа. Ну там да, зависит от того, во что ты веришь, и так далее. Но кем бы ты ни был, ты такой, ну хорошо, ну как минимум, важно то, что здесь было и там будет после меня, да. Mm -hmm. Вот. И они такие, да, этот долбоеб, блядь, не так умер. Mm -hmm. Ну, что за лох. Mm -hmm. А умереть Чувак, который плыл, и его вертолет забрал и потушил им лесной пожар. Вот это, блядь, смерть. Вот это, нихуя себе, блядь. Типа... Помните актера, который играл Билла в, у, у Тарантино? Увидеть Билла. Ага, да. ага. Он же умер, он в номере в отельном задушил себя во время дрочки. Вау! Блин. Как? Ну, а, типа, он, типа ему, по... его возбуждало, что его душит, и он, он душил да, себя? Он и подвешивал, и под, подвешивал себя на ремне и дрочил. И что-то mm -hmm. там пошло не так, и он повесился на ремне вот во время этого дела. Блять, Тарантино вот такая такой, сука, блять, а такая идея. <laughs> Десятый фильм уходит. Ну, да, прикиньте, убить Билла бы заканчивалось так, что она идет к нему домой, а он в этот момент дрочит на ремне и умирает. Нет. Заходит и такая, бля. <laughs> Самоубить Билла. <смех> <смех> вот Мало это классно. Он более-менее культовым был актером еще там 80 и все такое. О, а, вот, то... я знаю, о чем поговорим, мужики. Объясняйте. Я посмотрел вчера впервые таксиста Скорсезе. Так. И нихуя не понял, что хорошего в этом фильме. Mm -hmm. Не зашло. Не, не зашло. Боюсь, так... я все я так боюсь этих моментов, когда понимаешь, когда они всегда достают мне врасплох. Когда есть фильмы, о которых я очень много думал и могу написать, типа, большой текст, вдумчиво, потратив на это часов 5. Но когда тебя в лоб, типа ну-ка объясни мне я такой. И это вот куча мыслей она сразу, знаешь, в одно узенькое горлышко в голове пытается влезть и не влезает, у тебя получается пробка. Не, ну он тебе нравится самому. Мне он очень нравится. Давай, вот самую прямо панчевую, наверное. Вот. Не буду драть 5 часов на подводку. Ну, он типа про то, как э, сумасшедшего, ну, типа, общество сделало человека сумасшедшим, mm -hmm. а потом этого же сумасшедшего приняло за героя из-за чистой случайности. Потому что он не смог убить мэра случайно, mm -hmm. но дотянулся до наркобарона mm -hmm. Случайно. И они а. такие, смотрите, какой классный чувак, это герой. Потому что, типа, вот, вот так сложились обстоятельства, что он убил плохого человека, и поэтому он герой. Но uh -huh. мы знаем, что он собирался убивать хорошего человека. Если бы он убил хорошего человека, он был бы совсем другим, тот же самый человек. И это вот эта критика мужского героизма, где, знаешь, типа, вот мужик сделал что-то хорошее, он кого-то замочил, и это заебись. Uh -huh. А типа, на самом деле... Этот мужик просто долбоеб, который перед зеркалом выебывался с пистолетом и хотел кого-нибудь поубивать. И так уж угу. получилось, что ему попался злодей под эту пулю случайно. Подожди, и подожди. Вот... Он не убил uh, Палантайна специально, ну, случайно, но У -у злодея он шел убивать, потому что хотел убить за... злодея. Ну, он, вот, вот он хотел убивать. Ему было похер, типа того всего, вот он себе придумал причины, чтобы убивать вот этот злодей, тот злодей, все злодей. Вот хочу делать геройские дела. У -у -у. А как бы. Вот. Если бы он убил не того, а другого, то вообще было бы другое мнение о нем. Uh -huh. Ну, так все. Ну, типа, не, я понимаю, мысль клевая, но, короче, он же еще так снят, типа, знаешь, как э, старые uh -huh. фильмы, которые снимались как старые фильмы. Типа, вот супер-супер да. затянутый, все вот это. Куча неловких сцен, когда ты сидишь и тебе неловко, и ты прождешь, пока она кончится. О, мне в целом «Скорсезе» не нравится. Вот я с ним вообще, ну, «Таксист» — не мой любимый фильм. Но мне нравится то, что вот э, мне, наверное, больше остальных у «Скорсезе» нравится, больше, чем всякие новые, последние, потому что вот он какой-то... Ну, там Де клевый, потому что Де Ниро играет сумасшедшего дурачка и делает это клево. мне нравится на это смотреть. Ну и плюс, mm -hmm. да, вот я вроде как считываю для себя какую-то идею, мне она нравится тоже. Mm -hmm. То, что там уже вот, за что, он потом оскар всяких получал. Отступники мне не нравятся. Гангстерские фильмы мне его не нравятся. Что-то еще там у него. Религиозный какой-то фильм он уже снимал не, не так давно. Он тоже мне не нравится. Ирландец вообще я тоже не понял. Ну, то есть, мне, в принципе, корцеза не нравится. Ну, вот таксит клевый. Единственный, наверное. А тебе, Антох, как? Слушай, я его последний раз смотрел, мне кажется, лет 5-7 назад. Мне его показывал мой друг э, и такой, типа, вот, давай смотреть, это классный фильм. А я до этого его не смотрел, mm -hmm. просто много про него читал, что-то какие то статей. И я не могу сказать, что он что-то сильно как-то меня поразил. Типа такой, да, э, медитативный, длинный, долгий. Ну, идею я примерно так же понял, как Тёма, но не то, чтобы она меня как-то самое сердце поразила. Типа окей. Я вот даже да не, не в сердце, но она такая типа, ну, ну да, прикольно. Вот. Слушай, а тут же есть вот такая неприятная хуета, вот с этой с идеей, да, она же довольно простая всегда, что грубо говоря, если ты первый чувак в мире, который снял фильм про то, как кто-то убил кого-то из-за ревности, это пиздец разъеб. А когда это про это уже тысячу раз наснимали, это бесполезно, ну, бесполезно делать, да. То есть типа. Да, а -а да Нет. Ну, разное значение. То есть, вот это вот вечно критики восторженно пишут, что вот раскопал новую мысль типа по-новому что-то, да. Ну, смотри, про ту а же такие... самую идею, которую я тебе сейчас рассказал. Про нее может быть снят триллион фильмов, которые, даже если она донесена там лучше по какой-то задумке, ну, не сделано это так клево, как таксист. Таксист еще и сделан клево. Вот я так думал об. Мне пришла мысль в голову, когда я посмотрел клип YouTube там что-то, я не помню, как песня называется, но там играет Вуди Харрельсон, и он весь клип собирается в тюремной камере. Это типа его последний день Видел. в тюрьме. Прикольно. Он просто вот-вот, он, он встает, бреется, укладывает свои вещи, проходит по тюремному коридору, и так проходит типа 4 минуты. А в конце он просто выходит и встречается со своей дочерью, которая забирает его из тюрьмы, садится в машину, они едут разговаривать. И это типа фильм просто о том, как заключенный Вышел из тюрьмы и встретился с дочкой. Ну, типа, там mm -hmm. идеи особо никакой нет. И вот именно фишка в реализации: то, как они это снимали, то, какие вещи он берет, то, как он играет, то, какие там строчки диалога. То есть все на реализации. Идея mm -hmm. абсолютно не оригинальная. Эту идею можно, я не знаю, снимай хоть каждый день 500 раз, и они все будут разными. Ну, понятно, ну, но про этот клип никто клево. не скажет, что в нем клевая идея. Он сам то все может клевый. Типа, когда mm -hmm. ты говоришь, что там классная идея. Вот у тебя есть какое-то произведение такое, бля, охуенная мысль. Mm -hmm. Но ты так говоришь, ну, когда да, она новая. Да. Если ты хочешь именно свежестью идеи, то, прок... то снять фильм про убийство из ревности, да, не про канает Как мы с тобой, знаешь, ты мне показывал «Темного рыцаря», а мы уже mm -hmm. взрослые были, и мы, типа, удивлялись того, насколько сейчас актуальная была дилемма для Бэтмена, следить mm -hmm. или не следить за людьми, и насколько тогда она казалась бы абсурдной когда ну вышел. да, это как-то мимо ушей пропускаешь что, ее такой, Следить типа... за людьми, блядь. Всем блядь, плевать, Бэтмен, он, ну, ты, блядь. Бэтмен, ты, же, ты же добрый, следи. Ну возьми себе следи, ты же хороший. В чем а сейчас ты такой, блядь, давайте я как-нибудь обойдусь без хороших, которых за мной следят. Да. Да. А то этих хороших развелось. Вот это актуальность, а есть же произведения старые, которые вот, да, становятся актуальными, ну просто это, блин, я вот помню, ты когда про свою книгу рассказывал. Ты много об этом говорил, что вот тебе хотелось определенную идею uh -huh. хорошо подать. Ну, вот мысль эту вот языковую. Хотя про нее тоже дохера и написано, и, и снято, и так далее. Фига, прикинь, что тут мне Аня сидит, смотрит сериал, такая говорит: Ну-ка иди сюда, я тебе включу кое-чего. Я говорю, ну типа, что за херня? Сейчас увидишь, ты охренеешь. Включает на Netflix какой-то турецкий сериал. И там, типа, вот Стамбул, постапокалипсис, и все люди ходят в наушниках. Потому uh -huh. что если они услышат, как кто-то говорит: типа это вирус, передающийся через слова, и люди начинают, заболев, начинают типа, люди uh -huh. начинают нести сумасшедшую чушь. И я такой смотрю: ну, типа, окей, первый слой, что вроде как очень похоже на то, что я тогда придумал, а потом: Блин, а что ж вот, вот мне в голову такое не приходило, что он передается именно, если ты услышал? Uh -huh. Uh -huh. И что надо ходить в наушниках, чтобы чужие слова не слышать. Ага. А там это прямо с первых же кадров прикольно. Ну это же прикольно, что это там же, но вообще это не идея, это типа... Сетап, ну да, right? это, это средство. средство. Атмосфера, атмосфера который... там вот это вот. Да, да, да. Это прикольно, иногда приходит в голову какая-то вот клевая атмосфера, mm -hmm. да, то есть какое-то обстоятельство, которое все поменяло, и тебе хочешь что-то написать или сделать вот в таком мире. А вот это, это кстати, это тоже так работает, что идея иногда это идея плюс средство ее выражения, потому что средство выражения, допустим... Болезнь через слова и болезнь в виде того, что ты разучаешься говорить и понимать. И mm -hmm. идея вот этого типа то, что ты существуешь только у себя внутри головы, отделен полностью от мира изолирован. Mm -hmm. Только через какие-то средства восприятия с ним общаешься. Это же, блядь, вообще Платон его самый, чем он известен. Пещера Платона, вот он говорит: вот все люди сидят в пещере и на самом деле общаются с миром только через кучу абстракций. Никто с миром не общается напрямую. И все мы там сидим у себя в голове одинокие. Ну вот, вот пожалуйста, все две эти идеи соединяются, и это уже что-то типа, чуть-чуть посвежее. Хотя и все есть они же такая тема, что, что вообще все сюжеты, которые в, 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 в литературе, в кино или там где-то используются, это вообще делится на какое-то небольшое количество архетипов, которые вот как бы они есть просто, и все. Когда-то давно да. придуманные в пьесах ага. старых каких-то там... не а, знаю. Да, там, они смотря какой следователь. форма. Там, ну, у одного просто. исследователя вообще один только один сюжет есть, там, у Борхеса четыре, у какого-то чувака еще там 16 сюжетов. И вот они, такие вот классификации, вот исследователи литературы типа беды. Мне знаете, да. что нравится? Мне нравится своих необразованных друзей травить этим. Им нравится какой-нибудь супергеройский фильм. И говорят, вот он классный, ты такой, ну, он, типа, ну, абсолютно отстойный. Такие, почему ты такой? Ну, смотри, у тебя, типа, сценарий в том, что завелся злодей, пришел хороший парень и победил его, и все, больше ничего нет. А в них же правда больше ничего нет. Типа, чувак такой сидит, сценарий: ебать! У меня есть плохой парень, который сейчас всех уничтожит, и хороший, который пришел ему и навалял. Типа... О, Фил, вот этот фильм бомбит и... еще сильнее. Это, это, это Хорошо, если было бы так. Я бы готов был смотреть супергеройские фильмы, в которых так... Сейчас супергеройские фильмы это когда смотрится такие так: люди смотрели старых человека-пауков, и они очень обрадуются, если там появятся другие человеки-пауки. Yeah. Давай придумаем сцену, в которой три человека-паука разговаривают. И вокруг этих сцен, которые они просто себе придумали, чтобы свести несколько фильмов, они начинают что-то придумывать. И они типа: Иди, сюжет этого фильма вообще не нужен. Это капустник из сцен, просто потому что люди уже смотрели раньше какие-то фильмы, и им mm -hmm. надо их еще раз про них напомнить. Mm -hmm. Вот я посмотрел человека-паука и просто избомбился, исплевался, ходил, ворчал вслух, ругался себе под нос. Какое же говно собачье! Ой, блин, а мне знаешь какой эффект такого же толка очень прикалывает. Знаете, в сериалах, в ситкомах э, есть серии, когда у тебя вся серия это воспоминания из предыдущих. Mm -hmm. Прямо склейки большие под музыку и это это же охуенно работало, когда сериал выходил типа раз в год, в два по одной серии в день, и угу. ты, типа, шесть лет назад смотрел первый сезон «Клиники», и сейчас ты видишь воспоминания от этих моментов, и тебе капец вайбово. А сейчас угу. я сел за три дня, посмотрел первые три сезона, и смотрю, сижу в четвертом сезоне нарезку того, что я смотрел вчера, и я такой, блядь, что за хуйня? Типа, этот прием больше не актуален, его надо убирать, потому что теперь все смотрят сериалы за запоями, а не по одной серии в день. И иногда это очень круто, нелепо. кстати, иногда очень круто с формой получается. Помнишь, Тём, вот ты мне тогда рассказывал свое мнение, когда ты первый, по-моему, посмотрел Звоните Ди Каприо сериал, и ты мне его тогда рекомендовал. По-моему, ты. И О, ты мне, да, и ты мне говорил: обрати внимание на то, как прикольно развивается сериал. А я что-то на него всегда забивал такой, да, хрень какая-то, наверное, не буду смотреть. Mm. Вот и что-то стал его смотреть тогда и офигел как по форме даже он сделал вот что типа начинается ты когда смотришь этот сериал в начале типа первые два эпизода ну натурально как будто просто ситком он даже так снят да. типа даже приемы то есть все а потом фигах он в драму перерастает и за 8 серий вообще форма меняется вот это вот классное обращение с формой как будто клево. бы в основе тоже чуть ли не библейский же миф Принципе-то. Ну да, два, бра два брата друга, которые. Да, и, но то, как это вот все-таки мне кажется, мы сейчас в таком этом постмодерне находимся, как бы. Я даже не про постмодернизм, а про постмодерн mm. как вот типа жизненный уклад: что типа куча идей уже просто уже, ну, дефицит идей же есть, и как будто бы форма становится идеей и становится как бы определяющей для кого-то там типа не знаю вот почему я говорю что мы типа прошли прошли постмодерн потому что постмодерн был типа реакцией а сейчас реакция на постмодерн типа вот эта реакция на то что кроме формы ничего не осталось и уже на это ну это я даже не знаю мне это тоже уже давно придумали как-то объяснили каким-то вот то что само понимаешь ну короче да это все факин вот вот ребят Банши и Ниширина охуенный фильм я читал еще про вот, него в Твиттере, вот я думаю, просто... найти, посмотреть, да, что-то на платформах пока не Ты нужна, украина, нет. Ну-ка, да. это, слышите, никаких спойлеров. Че, я... Я да, там, раз. Он, не, он не про сюжет вообще. Да, нет, нет, я вообще в эту игру не играю. Сажусь, короче, смотреть даймера, ну, типа про маньяка. просто сажусь, смотреть, включаю, и подруга такая, его поймают в конце. Это да ебаный в рот. Ну, типа, его на самом деле там в первой же серии показали, что его поймают. Но, бля, я так не люблю. Я люблю садиться и с чистого лица, листа смотреть, а не думать о том, когда же и как поймают. Ну, типа, отстой. Я вот недавно пересматривал э, шоу Трумана. И такой до сих пор работает. Ну, для меня, я не знаю почему. Ну, то есть казалось бы, типа, вся эта идея, уже там черный зеркало, уже кучу после этого, ну, переснимали. Но почему-то этот фильм, он такой какой-то трогательно глубокий, для меня я такой смотрю и все время думаю, блин, как же прикольно. И как же круто. И как же круто И как же крутая, типа... Ну, я потом уже, когда почитал про Джима Керри, как стало... для меня еще вскрылась такая штука, что это же как бы рефлексия его по собственной судьбе тоже, отчасти. Может быть. Может, я, конечно, нанизал, типа, это, ну, сову на глобус. Ну, это ну, типа, ну, типа, Можно. вот эта вот идея в том, что он как бы все время по, по, под вниманием каким-то находится, все время каких-то, короче, обстоятельствах оказывается, и, когда ты зажат, короче, в тиски вот этого типа известного актерства и прочего. Mm -hmm. Не знаю, мне прям очень нравится этот фильм. Ну, ну кстати, да, аллегория на знаменитого актера хорошая получается, да? Дождь чисто для тебя одного идет вот этого. Блин, но сейчас еще так много вот этого. Вот то, что форман с содержанием, я, короче, вынужден был посмотреть Венсдей. Это... Ну, типа, это... это пиздец, какая чушь. Это просто Ну, типа сериал про эту, девчонку из семейки Адамс. А, угу. типа, это какая-то смесь, знаете, супергеройского кино. С, собственно, самой семейки Адамс и типа этого дешевого американского сериала типа полудетективного, знаете? И ты просто смотришь, и тебе в принципе нравится смотреть то, что визуально там хорошо и так далее. Но ты типа, короче, ты вообще не понимаешь, что ты здесь делаешь, что там происходит и почему это вообще существует. Типа это вообще чисто форма, форма, форма. Не про что прямо, типа не знаю. Ну там тоже был плохой парень, который хотел всех убить и который получил пизды. Но типа я я у меня не вызвал такого типа, что мне не стало так плохо от того, что он пустой. Короче, мне абсолютно норм то, что я смотрел вроде формы. Типа, красивая, харизматичная актриса, клево играет Уэнсди. И, в принципе, это то, зачем я и смотрел этот сериал. Поэтому, как бы, ничего плохого я в этом не вижу. да. она и правда довольно красивая. Да вот была бы некрасивая, хуй бы вообще хотя бы одну минуту посмотреть. Да? Знаете, в чем есть все-таки что-то магическое? В Гарри Поттере. Вот это не, не случайный феномен все-таки. Я не, не, знаю почему, но это странно. Я тут дочке включал всякие эти аудиосказки, ну, засыпать. Что-то детские, ну, слушал, и одна даже какая-то там, знаешь, не то, что прямо супер детская, то есть мне самому было интересно слушать, но когда я случайно включил Гарри Поттера, потому что что-то просто быстрее он попался под руку, включил, я заслушался вообще. Я прям заслушался. Я заслушался и хожу теперь, его слушаю один. То есть вместо музыки, вместо подкастов у меня все, я хожу, слушаю Гарри Поттера. И кайфую. Он прям прямо клевый. Я не понимаю, в чем прикол этой клевости. Я хейтер, конечно, но насчет прикола клевости, это как и «Властелин колец» и так далее, это просто очень-очень хорошо сделанные, очень хорошие сказки. Ну, типа, Угу. Реально клево. колец сказка. тоже знаешь сценарий: типа, появился злой долбоеб, который хочет всех уничтожить. Вот хорошие идут, и сейчас наваляют ему. Вот сейчас пришли, наваляли. Все. Сценарий. <соединяй> 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 Злодеи <соединяй> захуярили. Ну, «Властелин колец» он даже как будто бы во многом проще, потому что в «Гарри Поттере» там же есть вот эта история, что типа крест там вот это зло внутри сидящее, О. вот это все. О, да, но ну, если этот «Властелин колец» читать, там тоже типа вот предыстория. Как будто бы, да. Объясни, да, как будто бы там но тоже целом, есть кольцо, целом, которое это... да. Это вещи, которые типа атмосферу вот этого сказочного мирка создают, тебе в нем невероятно комфортно, и вот там злоде... злодею идут давать пизды, и ты счастлив. В Гарри Поттере ему же еще несколько раз раздали пизды, да? Ну там периодически. Каждый в конце, давали. в конце каждой книги разным его этим да, воплощением раздают пизды. Здесь его Слушайте, там кажется, в, за, в затылке у мужика сделал, ему дали пизды. Здесь он был в виде воспоминания. Я его, не ему дали эксперт пизды. в магии, но мне кажется, ему надо поменять тактику. А Саурону не стоило делать ебаные кольца, с которыми он вместе уничтожается. В целом О, отчислится а знаете, в чем, из этого да. ебаного института. В чем я оказался везуч. очень везуч. Я вот сейчас начал слушать сказку, и я понял, что я не читал книги дальше четвертой и не смотрел mm -hmm. фильмы дальше четвертого. Ты не смотрел целиком mm -hmm. я... все фильмы? Нет. Я ну... вспомню, что я ходил с Аней в кино на последнюю часть. Слушай, там же в какой-то момент нее, Гермиона Гермиона становится пиздец секси. И тут мы возвращаемся к Венсдей. Можно это, вот из таких соображений посмотреть. Не, Вензде красивее для меня, так что. Я, помню, Ах. я помню, в детстве мне нравилась Гермиона. В детстве мне нравилась Гермиона. Но сейчас Венсдей намного красивее, конечно. Я вот вчера, мы вчера были у друзей, и они фоном смотрели какие-то фильмы, так кинопоиски, просто и там красотка началась, и я такой, ебать, Джулия Робертс хороша. Да? Да, я вспомнил, это мой детский краш был, прям когда первый раз посмотрел Красотка такая, блядь, какая хорошая женщина. Блин, Антоха, Какой женщин? Это нормальный детский краш. У меня была это, господи боже, из мумии. и Египтянка. Нет, лучше. Охуенные бинты, бля, пиздец, бинты а что, удобно? Да, Размотал. Даже, даже не помню ни мумию, ни египтянку, ну ладно. Ну, типа, детский краш, это прикольно. Я промолчу Я... про свой детский краш. Ничего <laughs> хорошего мне не скажу. Я Там... боюсь, что это, это все, что люди кататься. подумают про твой краш, будет ре... в реальности хуже, чем то, что есть на самом деле. Так что ты <laughs> лучше скажи. Потому нет, что... я думаю, мой в моей реальности окажется, я, я думаю, гораздо хуже, чем. Ну давайте, давай. ваши ставки, я... если мне понравился ваш ответ, я обещаю вам честно сказать. Твой детский краш. Да. А телка из чужого. Нет. Ну, кстати, клево. Ну, да. в, в тему, да, нормально. Попытка хорошая. Но нет. Никогда не нравился. Mm. Ну ты не, а, полный, а, это, не ты... а, хотя нет, ты поздно посмотрел, на это. Я подумал парень про, парень. про принцессу Лею. Принцесса Лея тоже мне никогда не казалась красивой. Но она полноватая. Типа, <с вот это она из-за того... Осуждаю. Времени, когда такие всем нравятся. Да. Ну, давай. Блин, я, я не знаю, типа, как вот говорить. Это будет нарушением законодательства сейчас уже вообще-то. Это типа ЛГБТ-пропаганда. -а. Да. Сузил круг. Вообще. Ну, я, я, я был пиздец фанатом Малдера. Просто невероятно фанат Малдера. Мне казалось, что это невероятно красивый мужчина, и мне хотелось быть таким же красивым, как Малдер. Ну, тебе хотелось быть, я пытаюсь быть таким красивым, я пытаюсь, как я Малдер, пытаюсь... или хотелось провести. А вот не знаю по а его вот влажным уже, губам. А вот уже теперь не знаю. Просто я пытаюсь вспомнить женские краши, я не помню ни одного женского краша из детства. Но я помню, что Малдер просто мне казался невероятно красивым человеком. Ну типа что, это какое-то Скрытое гейство, может быть, было Хер знает, почему там что-то Да гейство, теперь, гейство, это теперь это уже открытое получается 20 тысяч просмотров Тогда у меня Эдриан ну, Пол меня... из Горца А покиньте это Бля, Эдриан Пол из Горца, братан вообще. И черт Мир там с ним мужчина. еще э, Халк Хоган Гром в раю. Ну не, Халк Хоган он, как говорится Вот мне его напарник да, нравился угораю. больше Да, напарник, его звали Брю Бейкер Ладно, Фил, давай детства. Если брать мужских крашей, типа кем ты хочешь быть, то у меня все вообще хуже. Я хотел быть шредером из черепашек. Шреком. Да, лучше бы шреком, он хотя бы добрый. Но шредер просто вообще разъебал Я хотел. Ну, я себе сделал такой же шлем, как у него. О, а мне еще, знаете, что нравилось очень сильно? Агентство лунный свет. Я помню, да. Борис Уиллис там был, его напарница тоже Мне, У меня, кстати, много было краше. Я, походу, был падок на женщин взрослых, когда я был десятилетним пиздюком. Потому что это я как вот, вот, прикинь, Скали вот я тоже, не могу вспомнить. Кстати. Не могу. Я вот такой подумал про Скали. И такой у меня в голове, ну, ну что ты пиздишь себя, ну тебе же Дэвид Духовно нравился. Ну а что это? У меня еще Лали и Елена, ребята. Такая темненькая, скорая. Не, не помню. Oh, mm -hmm. Ну, возвращаясь к огням, Гермиона, да. Гермиона красивая. А еще, yeah. а еще... как ее, как ее, жена Тома Круза, Николь Кидман, времен сериала «Бангкок Хилтон». Капец, Антоха, ты старый. Мы такие, кто, какого сериала? При том, что я как бы не сильно моложе. Насколько я тебе моложе? Пару лет. Ну, я типа, да. Думал, вот, все, бля пиздец, мужики, Эле... Эле... вам Эле... были ребята, я не <с <с очень помню. То есть, когда вам было по 28, вы, значит, пожирали все плоды счастливой и стабильной жизни и охуенно проводили время. А на мою юность вот такое дерьмо свалилось. Представляете себе? Типа, вы до 30 нахуй бед не знали вообще. Бля, я не знаю, что ты сидел там в этом, в прошлом мире, в котором все наши души живут. Могу, блядь, пораньше вылезти. Метафизически да, ты, родиться. Метафизическая эзотерическая шутка странная. Ну, типа, да, да, я выбирал, когда рождаться. А, если такой летел и подумал, нахуй, еще один круг сделаю. Бля, и высадил меня в России. Нашел, блядь, место. Будем чем-то заканчивать как-то, или что, есть какие-то идеи? Сказал Дом, он, сказал зачем он жить? в их брачную ночь. А мы спрашивали, Антоха, в прошлый раз, зачем жить друг друга? Да, спрашивали, мне кажется, уж не раз. Да. Мы каждый раз после каждого выпуска втроем переобсуждаем это заново. Точнее, переобсуждали, когда были в студии. Типа, мы заканчивали выпуск на этом. И потом всегда втроем шли в бар и обсуждали, что за хуйню гость ответил. И как надо было ответить на самом деле. Не знаю, мне кажется, сейчас очень плохое время для такого вопроса. На него хочется сказать, подожди. Да и посмотрим, что там, куда это разойдется. Да нравится просто. Ну да. Мне нравится. Я не готов это терять. Жить прикольно. Мне нравится. Вот, вот мой ответ. А если мне нравится, то вот за этим и живу. У меня сейчас есть такая хуйня, что меня пугает то, насколько мне хорошо, когда я типа во все тяжкие пускаюсь. Ну, тебе прям хорошо, то есть ты такой типа поехал куда-то, набухался, накурился ты такой бля, как хорошо, нахер, а? сколько радости я испытал, как здорово жить. Интересный момент. Да? То есть, получается, мы сейчас столкнулись с какими-то своими такими демонятами. Что вот какая-то штука, ты стал чуть поближе к этой к своей штуке, которая, в принципе, не то, чтобы... Ну, не знаю, как вообще принято хорошо, наверное, неправильно сказать. Ну смотри, вот, вот тебя сейчас стягивает вот это в то, что тебе хорошо от твоей тусовки и пьянства. Mm -hmm. Кайфово, но это же, типа, неправильно так делать. Mm -hmm. Я испытал кайф от э, одиночного кочевничества. И не хотел, чтобы оно заканчивалось. Mm -hmm. И это тоже как бы... Вот я не могу прожить жизнь так, как ее тогда дожил. Mm -hmm. Встретился уже со своим демоном, Антох? Mm -mm. Не Делаю делаешь нет. ничего плохого, да? Запрещенного. Mm -hmm. mm -hmm. Ничего не делаю другого. Вот, ну реально. Вот я просто, когда мы с вами общаемся, я вижу, насколько у вас там меняются всякие обстоятельства, и поэтому меняетесь вы, и поэтому меняется ваше поведение. Я-то как бы, в общем-то, там же остался, откуда вы уезжали угу. в августе и в сентябре. То есть в целом. Слушай, но меня... у меня-то и там уже начало меняться. Типа, как война началась, я начал бухать так, как никогда не бухал. Ну, ты знаешь мою позицию в этом. Я типа наоборот какой-то человек, собирающийся в стрелу, и типа я не это самое. Я, я, у меня, я оптимист все равно, и я думаю, что я хотел бы дожить в здравом как бы, уме и в здоровье до времен, когда обстоятельства станут лучше. Mm -hmm. Типа, я, мне как бы хочется заложить сейчас фундамент себя. Uh, и продолжать его закладывать в том русле, чтобы когда времена изменятся, я не пришел в них разрушенным мудаком каким-то. Каким бы я мог стать, если бы, например, я пустился бы в какую-то mm. фигню, то что я себя ну, в этом смысле где-то знаю, то есть и возможно какой-то контроль, мне самоконтроль и не не вредит, мне кажется, а может и помогает. Ну, я бы однозначно поменялся с тобой местами в плане желаний. Я бы хотел чувствовать себя так, как чувствуешь ты, а не так, как чувствую я. Жалко, так нельзя сделать. Типа я бы очень хотел сейчас не идти туда, куда я иду. И не делать того, что я делаю. И не хотеть того, чего я хочу. А не можешь? Ну, ну, может, ты могу каким-то усилием воли, но глядя назад, я вижу, что я в своей жизни никогда еще не делал большого усилия воли, чтобы себя хоть как-то обуздать. И уж тем более сейчас я вряд ли к этому приду. Mm -hmm. Прям есть какой-то вот этот фатализм, типа, блядь, все ебнулось, такой, да, и горе оно нахуй синим пламенем, я хотя бы побухаю нормально. А мне тоже нравится то, что сейчас со мной происходит. Это ну, свобода типо, да. от, от якорей? Ну, я чувствую, что от меня с, с, сваливаются какие-то цепи. Ну, что чего-то вот что сдерживало, больше не будет сдерживать. Это, это, это стало понятно, потому как у меня прошла аэрофобия. Показательно. Угу прям страхи за одним с другим отваливаются, тревоги одно из другой отваливаются. какая то вот это... Ну, не знаю. Ну, то есть мне не хочется вернуться ни в какую-то другую точку себя. Я пока вроде как что-то куда-то вот меня несет, я пока не очень понимаю, что происходит, и не фиксирую, не сознаю. Не, не, не знаю, куда это приедет. Но, но какое-то качанчество это. Что-то что в этом есть. Да, мне кажется, жизнь достаточно, как сказать, может быть разнообразна и странно этим не пользоваться. Поэтому если, как это называется... Жизнь дает лимон и дело лимонад. Вот это банально, но отчасти работает. Страшно, когда типа с тобой происходит что-то, что тебе не нравится, и ты не можешь с этим ничего сделать. А, типа, то, что вокруг, с обстоятельствами. С ними на самом деле до хрена что можно поделать, если бы избавляться от тревожности, их страхов, э, там, своих каких-то заморочек. Ну, нам придется с Артемом один раз приехать в Таиланд и навалить тебе пиздюлей хорошенько. То есть ты там начнешь, блядь, шалить слишком. Не-не, у Маши направила про два дня, она нас всех спасает. Подкаст просто жив благодаря нему. Я, я пытаюсь торговаться, типа, знаете, хотя бы на полтора дня, но пока не продвигается. Маша тайный союзник подкаста. Uh -huh, и меня, в частности. Uh -huh, uh -huh. Спасатель. Главное, да я всегда много бухал. Да, часть образа. Это моя работа. Что так? Что такое много? Для Тартаньяна. Че, запизделись, что ли, пацаны? Нихуя а мы, не уже, все, нахер, уже мы не отдадим эту фразу. Пусть идут нахер, мы не отдадим. Да, да, они ушли. Мы заняли их нишу, забрали фразу и победили. Все, мы обречены больше, чем кучи. Сорян. А больше надо было приходить к нам в подкаст когда звали? Надо было, когда еще была возможность. Мы хотели, мы хотели, когда была возможность. Что? Ну, ладно. Бля, не, у меня, у меня, не, у меня не понимается рука взять и спиздить фразу. Очень хочется, очень хочется. Прям вот, вот, настолько я завидую то, как они ее себе присвоили, как они ей пользуются, насколько она хорошо им подходит. И вообще, насколько это лучшая фраза, чтобы завершить подкаст. Блять, просто невероятно круто. Да. С другой, стороны, не еще С другой стороны, не Лучше. С другой стороны, не всегда. Мне нравятся иногда наши концовки. Но вот, не который, Да, нет. давайте придумаем охуенную фразу. Давайте просто это заканчивать. Пять минут сидим такие неловко и молчим. Пока зритель сам не поймет, ну что, все, 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 уходи. Отпусти <свят> Поздравляю, ты потратил два часа жизни на хуйню. Это бесполезный подкаст. Тебе кажется, что ты Сейчас прикасаешься... Сейчас доброй традиции. О, кстати, прикольно. Ты потратил два часа жизни на полную хуйню, но пока подкаст еще не кончился, и эта хуйня становится все более абсурдной и еще более хуевой, <свят> осознание к тебе еще не пришло. В момент, когда закончится, тебя настигнет... Такой мощи пустота. Опять придется куда-то. Представляешь, оказывается, после этого тебе придется возвращаться к делам. Что-то делать. Искать, что еще посмотреть. Искать, чем себя еще занять. Пытаться находить в себе силы адаптироваться к какой-то новой атмосфере, потому что это уже привык за mm -hmm. два часа. Да, зрителя ждут плохие, плохие-плохие времена после этого. Да, да. Когда Если он, он еще, не дай бог, код писал в процессе подкаста. Он его так и будет не собираться дальше. Баги, бессмысленная работа, бессмысленная жизнь, все хуево. Время проебано. Бесценное время. С новым годом. Все хочешь сказать за Хочется, я говорю, что хочется, но вот не поднимается рука у меня взять и украсть фразу. Что ты хотел, Андрюх, поиграть на гитаре? Я уже поиграл. А я, почему я не слышал? Ты говорил в это время, но это красиво соединиться на монтаже. Хорошо. А мне моя гитара опять не приехала, сука, блядь. Я поеду в магазин за ней. Заказал пять гитар, все не приехали. А самое страшное, Фил, что это все то, что я сейчас говорил, это еще и нас ждет. Да, у меня хуевый вечер сегодня. Хуёвый да, вечер, да? Да, сегодня будет очень вечер. Я думаю, у меня тоже. Антох пойдет в крафт. в принципе, тоже. Не, я пойду домой. Ну, если бы мы не писали подкаст, вечер бы все равно был хуёвый. Не, хороший. Хороший? Да. Салатиков поем. Мне 36, мне больше не надо ничего. Салатиков. А мне, кстати, 33. Ну вот ну, мне давай. тому, который сейчас вот на Ютубе крутится. Не угу. который настоящий записывается, а который а. Вот уже записанный крутится. Угу. Вот он уже, да. А хотя нет он зафиксирован. Он, он, он зафиксирован навсегда 32-летним, в принципе. Угу. Угу. Последний слепок. Типа. Угу. Последний шанс увидеть 32-летним. Да. Бля, братан, 33 это уже пизда вообще. Ну, типа. Да, это... Ну, смотри, и все еще 20... здесь. Да, Нет, 36 заебись как раз по <вот> 33. Антоха, ты пропустил оба шанса красиво умереть. Типа в 27 ты мог умереть молодым, в 33 ты мог умереть за наши грехи. А сейчас что теперь? А сейчас остается яхта и кусок метеорита. <св> Кусок метеорита в целом где-то в вселенной есть, яхта тоже теперь надо это присвоить. У меня уже камера кончается. Расход. Мне еще пишет. Расход. В расход, блин. На выброс. Я просто пытаюсь максимально кринжово закончить подкаст. помню, у нас давным-давно смотрел чувак, которого бесило, что мы бьем по микрофонам. Вот. И на всякий случай, если он все еще нас любит. А почему тебе так хочется поделать что-нибудь плохое для зрителей? Да что за... Знаю. Мне не нравится, когда а, в повелительном наклонении со мной говорят. Мне не нравится, что они типа пишут «сделайте так», «перестаньте делать это». Я такой, блядь, я тебе что, блядь, какая-то подкастная шестерка. И, ну, ты бесит знает. реально, кстати. Бешусь. С Можете, пожалуйста, нападению. не ругаться матом? Пожалуйста, не ругайтесь матом. Пошел нахуй, блядь. Не можем нихуя. Слушай, ну я вот понимаю этих людей. Вот типа они реально, вот он, например, проводит время с ребенком. Я, как человек, который проводит много времени с ребенком, хочу надо что-нибудь послушать фоном, чтобы мне было не так тоскливо и ужасно, и чтобы я не так умирал от скуки. Я типа кучу вещей не могу включить. Например, если бы я был большим фанатом нашего подкаста и его слушателем, получается, я бы не мог его слушать. Ну, да. В машине, ничего. Ну, блядь, ты понимаешь, что жизнь, она, в принципе, так устроена, что есть моменты, в которых ну, ты сосешь. Типа: тебе да. не нравятся очереди, пробки, и не нравится, что в подкасте матерятся. Во всех этих случаях ты идешь нахуй. Ну, типа, я не точно пришло. не пошел писать комментарий, пожалуйста, не материтесь. сто процентов. Ну вот. Нет, ладно, я когда, не помню, когда я просят, я, я ходил, не горю. Я там, когда, когда просят, я не горю. Я могу там не соглашаться, или что-то еще, когда они приходят и говорят в повелительном наклонении, я так, ну, типа, нет, блядь, иди нахуй. Ой, и ты просто пиздец, как иди нахуй. Питер, я садит, один раз писал как... плохой комментарий на Ютубе под выпуском э, да, под выпуском Собчак. Потому что меня взбесило, что ее монтажер А там был что-то с кем-то Интервью, не помню И, короче, ее монтажер, там была речь Про режиссера какого-то, а, про Шейна Была речь, который в Маяковске снял Но это, поскольку мой знакомый, я, типа, такой Меня почему-то особенно взбомбило Что их монтажер, сука, просто другую фотку Не этого человека фотку подставил там типа Там вылезает титры, такой, типа, Александр Шейна Там хуй какой-то, Я такой, блядь, это не... Ну вы что, ебнулись? Нельзя, что ли? погуглить нормально. <свят> 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 Блин, а классный, да, монтажный прием. в <свят> фотку другого чела. <свят> типа, это, это же абсурд. <свят> Блядь. А, а давайте сделаем выпуск подкаста, как в ситкомах, типа, с нарезками из предыдущих и под музыку. Типа, мы сидим такие, вспоминаем, а помните, записывали подкасты, хуяк, поехал вот этот видеоряд со старых подкастов. Давайте генерить обложки э, героев для обложки на сайте Man That Never Existed. Если сайт, это нейросеть, которая делает фотки несуществующих людей. Господи, нахуя она это делает? Не знаю. А я думаю, через сколько лет мы научимся полностью генерировать подкаст? Ну, типа, мы загрузим в какую-нибудь нейросеть нашу внешность и все наши разговоры, и такой. Вот, пожалуйста, сделай выпуск про то, что Артем и Фил обсуждают вот это. Полчаса, вот это полчаса, и вот это полчаса. И типа обложка, выпуск... Сейчас... Бля, жизнь-то как, как будто бы в тексте это мы уже... В тексте-то уже очень близко к этому все. Ну вот, судя по этой, этой новой штуке, по которой еще все mm. угорают, то я забыл, как она называется. Mm -hmm. Чат GPT. Вот. Да, она же, ну типа, да, очень она, хорош. она клевая. Она прям клевая, мне нравится. Ну, конечно, у нее чувствуется, что это она еще пока что. Какая-то, знаешь, вот новая появилась, новая зловещая долина, зловещая долина от текста. Угу. Он вроде нормальный, но что-то с ним не так. У меня уже камера не снимает, если что. Блять. Как я буду это монтировать? А черный экран оставишь просто? А, ну да. Или вообще Фила просто не брать, там, знаешь. Тебе просто будет голосом на, на фоне. <свят> не, а прикиньте, записать подкаст с и одного человека просто вырезать. Ну, типа, просто вырезать. Не вырезать моменты, где с ним говорят, а просто mm -hmm. его вырезать и его голос. И, эм, типа, два оставшихся время от времени будут говорить со стеной. Бля, Антоха, прикинь, как заканчивать, короче. Вот как в музыке же, знаешь, есть такое, что они не могут придумать концовку, и они какую-нибудь э, какую петлю начинают играть бесконечно и просто фейдом убирают. Да, <свят> отлично. <свят> Прикинь, такой просто разговор. Тише, тише, тише. А он как бы продолжается, продолжается, но на самом деле... <свят> <свят> Херак, и все. Класс. Да, да. Все, так и сделаем. Спистелись. <свят> <свят> Это уже на фейт пойдет. <свят> Ладно. Ладно, пацаны, что, круто? Все, давайте. давайте. Все, все, все присылайте.